Я думаю, вы все знаете, какую большую выгоду можно получить, если купить токены перспективного проекта до его запуска. Особенно если токен имеет мощный спрос из-за своих утилитарных возможностей и грамотного маркетинга. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам как раз о такой возможности. Токен называется Energy и выпускает его проект BCS Energy. Это многофункциональный DeFi проект, который в данный момент находится на стадии разработки, а запуск первых продуктов у него должен произойти через неделю, 17 ноября. В составе платформы BCS Energy планируется множество самых разнообразных продуктов, децентрализованная биржа, обладающая также функциональностью централизованной торговой платформы, множество пулов для фарминга и стейкинга, платформа с мини-играми для заработка, Telegram-бот для проведения розыгрышей и дропов, а также система заданий и достижений для увеличения заработка, реферальная программа на 5 уровней вложенности и так далее. Особенно в рамках платформы BCS Energy мне бы хотелось выделить два самых интересных момента. Во-первых, это крайне разнообразные пулы для фарминга, в которых будут смешающиеся циклы и различные тарифные планы для получения наград, с возможностью фармить такие монеты, как BNB, BUST, Cake, ADA, DOT, DOGE, UNI и множество других. А во-вторых, это система медалей. Грубо говоря, инвесторы за стейкинг по определенным условиям токенов Energy смогут получать медали, которые в будущем будут давать им пожизненное увеличение доходности во всех других пулах, а также увеличивать число уровней в партнерской программе. Суммарно с помощью токена Energy можно будет получить прирост прибыли до 2% в сутки. И это еще не считая того, что стейкинг токенов Energy сам по себе будет приносить солидный доход. Максимальный API составляет 22 700% годовых, при учете сложного процента. Поэтому токены Energy на платформе BCS Energy будут крайне востребованными из-за своей прибыльности и возможности, и за их счет увеличивать доходность других пулов. Плюс команда BCS Energy сейчас ведет активную кампанию маркетинга, закупают рекламу в различных социальных сетях и проводят щедрые раздачи вплоть до конкурсов на 10 тысяч долларов. Суммарно на маркетинг будет выделено 16% от общей эмиссии токенов Energy, еще 10% пойдет на развитие, 30% на ликвидность, остальные 30% на поддержание цены токенов и награды, и только 4% будет продано в ходе предварительной продажи. Общая эмиссия токена Energy составляет 30 миллионов штук и отчеканены они по стандарту BEP20, хотя в общем команда планирует расширить свой проект на такие блокчейны, как Polygon и Phantom. Пресейл токенов Energy активен прямо сейчас на официальном сайте BCS Energy. Принять участие в нем может любой желающий инвестор. Никаких ограничений здесь нет. Для покупки нужно подключиться к сайту BCS Energy своим Web3 кошельком с поддержкой Binance Smart Chain, то есть MetaMask, Trust Wallet и так далее. Затем на странице пресейла выбрать сумму покупки токенов, нажать на кнопку Buy Energy и оплатить покупку монетами BNB, подтвердив транзакцию в своем кошельке. И как видите, я и сам купил 160 токенов Energy за 0.1 BNB. Причем я успел сделать это в ходе первой фазы пресейла, когда цена токенов составляла 39 центов в эквиваленте BNB. Всего фаз у пресейла будет 3. Каждая будет длиться по 3 дня. На второй фазе цена Energy повысится до 44 центов, а на третьей они будут стоить по 49 центов. При этом с каждой фазой будет также сокращаться и суммарная аллокация токенов, и повышаться минимальные и максимальные лимиты на покупку. Если на третьей фазе купить Energy можно на сумму от 0.1 до 10 BNB, то на третьей фазе лимиты будут составлять от 0.3 до 20 BNB, а цена листинга Energy на PancakeSwap составит 54 цента. Произойдет листинг сразу после окончания пресейла 17 ноября вместе с запуском основной платформы BCS Energy. И плюс как дополнительный бонус на пресейле BCS Energy действует особая реферальная программа. У нее имеется только один уровень вложенности, на котором пригласитель может получать награды по 2,5% от суммы покупки своих рефералов. И эти награды будут поступать сразу на кошелек пригласителя. Только стоит учитывать, что для разблокировки доступа к реферальной программе требуется совершить хотя бы минимальную инвестицию на пресейле Energy. Собственно, для этого я и купил Energy на 0.1 BNB. И теперь поэтому мы можем воспользоваться моей реферальной ссылкой для участия в пресейле Energy, тем самым еще и поддержав мой канал. Ну и конечно, это не призыв к инвестициям, и любые решения о вложениях вы должны принимать самостоятельно после оценки всех рисков. На этом у меня все, друзья. Жирных вам миксов, вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч.